Глава правительств буквально хотел внести ясность в некоторые заявления, прозвучавшие на заседании со стороны представителя Армении. И наше отношение к сказанному. Буквально следующее. 44-дневная война закончилась. Азербайджан освободил находящиеся более 30 лет под оккупацией свои земли. 9-10 ноября 2020 года подписано совместное заявление глав Азербайджана, России, Армении. Мы полностью привержены и выполнению, и будем выполнять все пункты заявления от 9-10 ноября 2020 года. Конкретно касательно пункта 9 заявления, который подразумевает под собой разблокирование транспортных коммуникаций. Согласно принятому в Москве 11 января 2021 года решение о создании рабочей группы под председательством заместителя председателя правительства России, вице-премьера Азербайджана и присутствующего здесь вице-премьера Армении, создана рабочая группа, в рамках которой вопросы, связанные с 9-м пунктом, а именно конкретно разблокированием транспортных коммуникаций, решается и рассматривается. В этой связи заявление о том, что Азербайджан решение транспортных вопросов сопровождает силами, применением силы и угрозы, я не думаю, без комментариев, потому что это в рамках решения трехсторонней рабочей группы, и это решение, как уже было в моем выступлении сказано, выступает и связано не только с интересами Азербайджана, но, как буквально недавно заявляли и другие представители региона и прочее, это отвечает интересам всех. Следующий вопрос касательно, здесь был затронут вопрос о военнопленных, и не только на этом совещании. О военнопленных. Согласно заявлению, тому же заявлению от 9-10-2020 года, с пункту 8 о передаче военнопленных и прочее, хочу сказать следующее, что Азербайджан полностью выполняет и эти решения. В этой связи хотел бы прокомментировать следующее. Заявление МИД Российской Федерации от 9 ноября 2021 года. При участии российских миротворцев с 2 декабря 2020 года в общей сложности возвращено 122 военнослужащих и удерживаемых лиц. Из них вернулись в Армению 105 человек, вернулись в Азербайджан 17 человек. Вместе с тем, после 2 недель подписания соглашение о прекращении огня 13-14 декабря вооруженные лица в количестве 62 человек после окончания войны были задержаны на территории Азербайджана, которые по всем международным нормам не считаются военнопленными. Они вошли на территорию нашей страны с диверсионной целью, были задержаны и соответственно, на них статус военнопленных не распространен. Вместе с тем, невзирая на это, Азербайджан вернул 29 из них армянской стороне. 33 человека из этой группы осуждены нашими судами и будут нести судебную ответственность. Еще один вопрос по поводу здесь поднималось. Хотел бы сказать следующее. 23 сентября текущего года на 76-й Генеральной Ассамблее ООН Азербайджаном было заявлено, что на его территории образование, как Нагорный Карабах, больше не существует. В Азербайджане есть Карабахский эконом-район и Восточно-Зангезурский экономический район. Спасибо за внимание. Спасибо, Олег Гидаетович. Уважаемые коллеги, обмен мнениями закончен. Роман Александрович, можно отреагировать? Пожалуйста. Коротко. Я в свою очередь подтверждаю, что Армения придерживалась
придерживается и будет придерживаться исполнения всех пунктов заявления от 9-10 ноября и от 11 января. И, конечно же, безусловно, так оно и происходит с армянской стороны. Но при этом я хочу коротко, но переподтвердить или переповторить очень важный нюанс. Нагорно-Карабахский конфликт не может быть решен силой. Урегулирование конфликта можно достичь путем мирных переговоров исключительно в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. И в этом смысле для разрядки ситуации и выхода на этап мирного развития в регионе необходимо, чтобы Азербайджан принял конструктивную позицию и отказался от политики агрессивной риторики и враждебных действий. Спасибо.